Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Так, смотрю, мишень тут добавили, то что вышел новый стиль в этом сезоне. Так, давайте быстренько посмотрим, сейчас вышел уличный бор набор стартер пак. Ну так, быстренько посмотрим. Я отдельно сделаю обзорчик на него. Так что сегодня попозже еще выйдет видосик. Так, а мы посмотрим уже непосредственно сам магазин. Так, ну это был стандартный, обычный стиль. Туда добавили на 14 февраля. Но туда добавили с этого сезона. Ну, слушайте, чем-то прикольно. Теперь реально это офигенный скин, как бы считается, за 800 V-баксов, три стиля тут еще. Круто. Тут даже очень круто. Так, вернулся краш. Кстати, как и новый режим там такси. Добавили там, не знаю, еще не пробовал, надо попробовать. Ну, скинчик такой, ну не знаю, мне рюкзак как-то так не очень. Какой-то руль с рычагом. Елочка еще висит. Так, скин прикольный. Кирочка такая необычная, голова шатается. Ну и оберточка такая простенькая, так скажем. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Так, Сирокко. Довольно-таки классный стиль такой. Причесочка. Ну, это такой в маске, без маски. Не, скин прикольный такой вообще, с тремя стилями. Ну, стиль как меняется, просто здесь капюшон и маска, здесь просто без маски, здесь вообще без капюшона и без маски. Ну, просто так как голова меняется и все. Но все равно, как бы он классно выглядит. Прикольные такие скинчики. Так. Оберточка. Ну, переливается такой с эффектом. Так, и еще отдельно можно купить воздушный след. Пески времени. У себя обертки были тоже вот пески времени. Они прикольно выглядели такие. Так, погнали дальше. Что у нас тут? Так, вернулась стрела. Ну и два стиля. Со шлемом, без шлема. Рюкзачок такой довольно-таки неплохой. Меч. Такой стильненький рюкзачочек. Ностальгический ремикс. Музыка вышла. Кстати, неплохая музычка-то. Неплохая. Надо будет прикупить. Танцую как могу. Какой серьезный, да? Не, прикольный будет, естественно. Скинчик за 800, такой ничего. Аккуратненький. В принципе. Нормально. Так выглядит. Так, балет вернулся, да? В передвижении, да? Можно идти и танцевать. Круто. Эмоция такси вернулась. А, ну правильно, потому что режим сделали, такси, соответственно, и эмоцию вернули. Так, что у нас тут? Специальное предложение. У нас до сих пор висит серебряный серфер. Ну, такой скинчик всегда довольно-таки классно выглядящийся вообще. Ну, рюкзачок такой минималистичный, конечно, слишком уж он прозрачный. Сам скин вообще прикольный.
довольно-таки круто сделан. Ну, что касается вот его дельтика, доска вот вообще топчик. Просто очень крутая. Кирочка, которая классная вообще. Удар такой. Очень опупенно сделано. Так, ну вот он отдельно. За 1500. И отдельно доска. И отдельно кирочка. Так, напоминаю, еще проходит розыгрыш. 70 лайков набираем, разыгрываем серфера. 100 лайков набираем, доску и кирку еще разыграем. Так, ну что, на этом магазинчик все. В принципе, то... Так, ждите сегодня видосик еще по стартер-паку. Я сделаю обзорчик. Ну, разыграем, как обычно, его. Тот стартер-пак все, чу-чу. Так что розыгрыш не состоялся, потому что так лайков и не набрали мы сутринку. Один только разыграли, и все. Надеюсь, в этот раз вы будете более активными. Так что это как-то так. Ладно, поддерживаем ТК автора. Поддержка — это приятно. Кто поддержит, купит с тегом моим что-то в магазине, присылаем скриншоты в группу ВК и также в Дискорд. Потом, когда соберется так какое-то количество скриншотов, сделаем розыгрыш, если мало, там, эмоцию кирку, там, побольше, может, какой-нибудь скинчик разыграем. Так что приобретайте, скидывайте, потом будем разыгрывать. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Ссылочки в видео на розыгрыши, там переходите, все увидите в видео подробности. А на этом все. Не болейте, будьте здоровыми, счастливыми. Пока-пока.